Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас на канале «Дачные советы». Сегодня у нас 1 ноября, и в этом ролике я хочу познакомить вас с гибридом томата Сара. Это французская линия, профессиональные семена в любительской упаковке. Фасует нам фирма «Престиж», 5 семян в пакете. Для меня это новинка, этот гибрид. Я его буду тестировать летом 2020 года. Почему я решила приобрести этот гибрид? Очень многие садоводы задавали мне такой вопрос. Света, появится ли у вас в интернет-магазине гибрид томата Сара? И пообщавшись с людьми, кто уже выращивал этот гибрид, я, в общем-то, стала искать этот томат. И, конечно, вот сейчас мы его получили. Я его сегодня добавлю в интернет-магазин. Сразу хочу сказать, что пришло его очень ограниченное количество. Не такое, какое я хотела бы закупить. Но, тем не менее, кому-то он достанется. Кто успеет оформить заказ и если пожелает приобрести этот томат, он, конечно, пока есть. На несколько дней, я думаю, его хватит. Сейчас я зачитаю описание, так как я его сама не выращивала, но по отзывам сразу хочу сказать, что говорят, что томат этот очень необычной формы, очень эффектно смотрится, мясистый, очень сладкий, стрессоустойчивый, выносит как понижение температур, так и высокие температуры, и хорошая урожайность у него. Но будем пробовать, посмотрим, каковы будут результаты наши. А сейчас я зачитаю вам описание этого томата. Томат Сара – это раннеспелый высокорослый биф-томат. Имеет уникальную форму плода, округло приплюснутую, ребристую, с носиком. Но действительно, вот по описанию, очень интересный, мне кажется, внешний вид этого томата. Форма плода очень интересная. И обладает невероятно сладкими вкусовыми качествами, которые напоминают вкус детства. Стандартный вес плода 350 грамм, но нередко масса достигает 600 грамм. В кисти завязывает 3-4 плода. Обладает высокой стойкостью ко многим стрессовым условиям, в которые входят перепады температур, засуха, а также стрессовые заморозки, которые часто приходят в весенний период. Является высокодоходным гибридом благодаря тому, что он входит в число эксклюзивных томатов, обладает уникальной формой и такими потрясающими вкусовыми качествами, которые, в общем-то, его и делают высокодоходным. Ко всему прочему, томат имеет отличный иммунитет к основным видам болезней, которые зачастую поражают многие аналоги. Будем пробовать мы этот гибрид томата Сара. Я, конечно, себе сразу несколько пакетиков оставила, так как всего 5 семян в упаковке, но нелегко мне пришлось его приобрести. Нет его прям в большом количестве в продаже. Будем надеяться, что начнет нам фирма «Престиж» все-таки фасовать в достаточном количестве этот гибрид. Но пока вот как есть. Ну и будем делиться результатами летом. Я думаю, что многие с разных регионов садоводы закажут этот томат. И, в общем-то, хотелось бы узнать, в каких регионах этот томат Сара проявит себя лучше всех. На этом я ролик заканчиваю. Сейчас я добавлю в интернет-магазин этот томат. Всем до новых встреч. Пока-пока.